Почти 2 миллиарда долларов намерены вложить в сельхозпроекты Казахстана китайские транснациональные компании. Соглашение о сотрудничестве подписано в Минсельхозе. Из 19 совместных проектов 12 реализуют на территории Восточного Казахстана и Алматинской области. Это предприятия по глубокой переработке мяса, масличных и зерновых культур, томатов. Будут созданы и откормочные площадки. Основным покупателем указанной органической продукции в первую очередь станет сам Китай. В период строительства и запуска проектов будут заняты китайские инженеры. После обучения сотни вакансий займут отечественные специалисты. Китайский бизнес видит именно, что Казахстан может стать страной, поставщиком органической продукции, выращенная на территории Казахстана в экологически чистых условиях и которая пройдет сертификацию именно на требования органического производства.